Всем привет, с вами SteveBro, и сегодня покажу вам, как изменить название вещи в Minecraft Pocket Edition. Ну, для изменения названия вещи нам понадобится, как обычно, наковальня. Ее можно найти вот в инвентаре, вот в этом разделе. Берем нашу наковальню и заходим в нее. После того, как мы зашли, мы кладем вещь, и наверху мы видим, что у нас появляется название этой вещи. Здесь мы можем изменить это название. К сожалению, название можно изменить только на английском языке. На русском, как видите, не изменяется. Вот, переходим на английский и изменяем название. Ну что, написать мы можем что угодно. Вот, ну, давайте я напишу, допустим, SteveBro. Вот, вот мы берем нашу вещь. Как видите, стоимость 2 опыта, вот. Сейчас я в данный момент не взял, к сожалению, потому что я в режиме креативе. Также можно изменить название яйца, призывы. Вот, кладем также, изменяем. Давайте, допустим, напишем там, блин, я не знаю даже, что написать. Ну, что написать-то? Ну, ладно, давайте напишем Богдан. Наверное, да. Вот. Все, забираем наше яйцо, и теперь у нас есть такое яйцо под названием Богдан. Вот, ну такой способ, если кто не знал. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.